Здравствуйте, Алексей. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик, на моем тестовом объективе. Сейчас я его проверю в моей камере. Я запрограммировал фокусное расстояние 50 мм и диапазон диафрагм согласно таблице поправок от 2 до 32. Вы всегда сможете перепрограммировать одуванчик и попробовать от 2 до 16 и просто вводить поправки. Сейчас я его упакую, он будет подпилен в нужном месте. И сегодня он поедет к вам Укрпочтой. Укрпочта Стандарт. Спасибо за покупку и спасибо за внимание. Да, напоминаю, что клей наносить только с помощью зубочистки. Она здесь в комплекте лежит внутри упаковочки с клеем. Калибр я вам не вкладываю, потому что он для наклейки на ваш объектив абсолютно не нужен. Не забывайте, что все нужно делать аккуратно, обезжиривать поверхности перед нанесением клея. И обязательно следите за тем, чтобы клей не попал на контакты одуванчика. Еще раз спасибо за покупку и спасибо за внимание.